Блин. Правильно, уходим. Уходим, мужики. Поздравляем, Макс, погнали отсюда. Только меня не забудьте, алё. Да, конечно. Опять нас серым забудете сейчас. Да, 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 конечно. Жми на кнопку, Саша. Давайте. Не, патрончики пособираем. Карлик опять всех утер. Там внизу кнопка есть. А, меня прижало. На борт. А, черт, почему ты меня... Короче, серый сам появишься. Бля, че закидало? Серый, я тебя жду. Так, нам снова, короче, к этой фигне. Короче, догоняйте. Кера, ну чё у тебя там? Стреляй. Врезаться на машине надо, а не сорвать. Как? Ну, на там, наверное, врезаться. Трамплин где-то с другой стороны есть. Врезаться, врезаться я люблю. А, я знаю, как это сделать. Там трамплины. Вон трамплин, видите? Дайте я за руку. Вот, куда я бочку скину. Вот трамплин. Ну давай. Я самый ровный. Да. Ну куда ты так далеко едешь-то? Ты не сможешь доехать с такого расстояния до него. Вон, они справились. Куда ты поехал? Я думал, вот этот трамплин. Так, и как бы ты долетел с такого расстояния? На нитро. Серый видел? Да. Вертушку. Куда нам ехать? Нам ехать никуда не надо, нам нужно подняться. Пойдем. Я объясню, что делать. Мы же почему взорвали? Потому что нам нужно было как-то подняться. А теперь мы можем пройти насквозь. Непонятно только, на кой хрен мы вентили крутили какие-то. А, чтобы давление поднять и взорвать эту штуку. Спасибо, спасибо, кто меня там пинает. Как я тебе наоборот, чтобы тебе поближе было. Ну я говорю, спасибо. Охренеть. Дырка? По трубе бежать. Охренеть. Видите, должно быть много. Смотри. Какая длинная. Какая длинная труба. Сейчас захлебнешься в иридии. Клапаны закрыты, нет иридия. Туда мы не давление так растили, а иридии закрыли. Транзист. Какая-то штука. Йоу! Блин, Паша! Чё? Из тебя бриги искупнулся. Я, короче, да какой толтул, я выпрыгиваю вправо, поворачиваюсь, Макс, вниз. Нет, я на тебя прыгнул. Понятно, нам теперь прыгать надо. Это как в этом, в Half-Life. Ладно, придется тоже сдохнуть. Привычка прыгать постоянно до добра не доводит. Я слышу за то, что вы уже с кем-то там мочитесь. Есть такое. Так, а пока разведаю обстановку, что там надо сделать. Пусто тут, пусто тут. Все, короче. О, все, перемещение могу сделать сразу. Ну, делай. Так. Время сколько? Не знаю. Блин, мне тоже надо бы идти. Я в 9 уйду. Давайте сейчас дойдем, вот это доделаем. Хорошо. До форта, и потом я пойду, короче. Ну давайте тогда на этой. На скорости проходить. Да. Я тоже так, я вообще. Вообще никого не бьем. Ворота. Как они предполагают, как мы это пройдем? Ворота. О. Брик, ну, сейчас твой любимый кирпич будет. Да. Хорош болтать, давай уже здесь. Брик. Что делать, бро? Да он взрывает, или что? Это я, он взрывает.
магазин есть, кстати. Бля, быстрее может ваш тупой кирпич шевелиться? А он точно должен? Ну да. Не, он же баржу взял, чтобы этот, что-то там. Да. А, во, я нашел кровать кожи. Почему мусорный грузчик нас не атакует? Ну, наверное, он должен снести эту фигню. Я застрял. А, кстати, действительно, может он должен... Нет, я прошел, вот. Серый со мной бежит. Ой, арест нашел. Охренеть, мы с тылу зашли. Он тут что-то взрывается, там что-то стреляется. Бля, не пойму вообще, как вы прошли куда-то. Сдохни. Да делать не надо. Стойте, я сейчас щит сделаю. О, смотрите. Стойте, куда ты? Блин. Йо, это что такое? Это босс. Боюсь. 30-й левел. Какой? 30-й. Блин, я 26-й. Я умер. Ползти, ползти. Все на лифт, бегом, все на лифт. На лифт, бегом. А там лифт есть? Сюда на лифт, бегом, блин. Ползти. На он на нас Сатурн смотрит. Едем, едем, едем. Нет. Нет. Блин, вы чё, офигели, что ли? Выберите лифт, выберите лифт. Всё, я сдох, спасибо. Всё, мы рез взяли, всё. Можете вздыхать. Лифт там, вызывайте. Сейчас. Давай, я сейчас вас цепляю. Залазь. Что там, Джек? Че, можно было бы его убить, из него наверняка шмотки крутые. Да, давай сверху его поубиваем. Тут вроде бы достаточно этих. Кепку нахилу. Честно говоря, можно сделать вот так вот сейчас. Гранатами закидываем его. Да, вот тут беретесь, я лазю тут беру. Где у него криты? Не знаю, если честно. Да нет, он на руках. А что это? А его, походу, же придется убивать. Да. Почему? Нет, не надо. Взять координаты воин. Посмотри на это. Какие-то координаты скачивают, пацаны. Ну, скачивай. А чё, всё, я сейчас сдохну. Такие крутые сержант тут, блин. Качай, дебил, блин. Все, я скачал. Блин, сдох. Взять данные. Все, нам надо перебегать. Все, я все взял, все, мы сделали. Все, надо куда-то убегать. К выходу куда? Ой, черт. Зря нажал. Что он сказал? Дай. Че, вы Сатурна убили, что ли? Мы тебя ждем, ты сам. Да нет, что он тут делает? Он подпрыгнул. Нет, спасибо, я его убить не буду. Меня вылечите, пожалуйста, как он убежал. Я лучше побегу отсюда. Я вниз упал. Охренеть, он мне сейчас все запаснет. О, тут еще и строитель, блин. Вы главное реснитесь, я вас портану. Там, что ли, выхода? Да. Блин, я давай. Чуть-чуть на лифт не успел. Ну я наверх. Портуй. Сейчас. Портуй. Серый, вздыхай. 12 кп. Да подождите, я еще не добежал. А, не добежал? Вот тут и риди льется, можно искупаться. Шлак. Я постреляю в этого. Да, его надо убить. Ну вот и все. Давайте, воскрешайте. А все... Мы в убежище. Террористов. В убежище? Да, в убежище уже портуемся. Нет, я думал... Ну ладно. Черт, что это за пушки? Быстрее! Фух!
У меня 10 хп было. Он какими-то плазменными пушками лупил. Электрический. Да я видел, я внизу стоял. Ой, блин. Все, Брик нашел баржу, как опол, мы сейчас куда-то полетим. О, пошли квесты сдавать. Вы показайте квесты, я пока пойду в главный квест. Сет. Че? О, хрен, я говорю, все квесты сдайте, я пойду сам сдам. Ну а че? Я тоже хочу сдать. Я тоже хочу сдать. This ends now. Хотите вас хрень убить? Всякая. Коготь бога. У нас уже 18 глава? Кто заметил? Я помню 10-я. Смотри, как тут Брик отжимается, подожди. Да я знаю, на одной руке этот эпилептик отжимается. Там эпилептик. Давай, детка. О, при. Поговорю. Станет. Чё тут опять говорить со всеми, да заколупало. Так, ладно, я с Мокси буду говорить. Я у неё столько... Мокси не надо говорить, нужно за скутером, за этим и железяк. Да что такое, я у неё столько бабла в заведении про этого. Бей Джека. Кто сказал-то? Это я. О, она релику какую-то дала. Всё, идём к Зеду. К Зеду? Зед продает щит 1900. О, гранаты на 4500. О, для меня горой, понятно. Ладно, я с этим, со скутером. По базарю. О, все, вот это вот действительно финал. Положить этому конец. Конец. Вот это действительно финал. Может, давайте доиграем? Ну, надо сегодня, раз уж мы до среды уже не сможем. Действительно. Или что, оставить интригу и... Нет. Да блин. Нет, ну... разница. Все равно ты и только какой-то там, ты еще далеко до того, чтобы выкладывать. Так, все готовы? Нет. Надо продать так, все. Надо пойти закупиться, у меня патроны кончились. Щит 1970 есть. Без отнимания здоровья. Не надо мне круче. Там продается. Что-то автомат получил. А, говно. Долго стреляющие. Где деньги, короче, тратить? 2050. Мне еще 10% осталось, и я получу левел. Так. Все, я готов. Сейчас, бабушка. Скажите, когда? Ох, ну что, снова эта локация, блин, как она задолбала. Ну вот это уже конец. Нам надо положить этому конец. Мы катаемся на машине. А там все равно как фон мы будем продолжать, наверное. Конечно. Мне так кажется. О, найти железяку. Да. Железяк опять невидимый, да? Так, Сет, давай быстрее создавай. Да, даже если придется убить нет, тебя. Нет, я тебя не убью, Лилит, нет. Хочешь тебе кое-что скажу, Паш? Дай я седу за руль. Сет. Нет, теперь моя очередь водить. Что ты хочешь мне сказать? Вот это действительно уже конец, потому что со мной уже попрощался Брик. Так, Серый. Слушайте, подождите, а Серый где? Вы Миднайт, да, находите? Да тут сейчас, наверное, пути мы это... Вон направо. Нам на гору надо. Ой, направо. Чё там упало? Паша. Чё? Позови Серого, где он? Да сейчас, подожди. Ну, я убил в воздухе эту муху. Ну? О, железяка. Капец, чё? Так, сейчас, секунду, я позвоню. Серый, давай, портуйся на мою машину.
Да он капрофил. А, то есть это некрофил. Давай. Хорошо. Блин, нас двое как бы. Я вообще не знаю, куда вы уехали. Да? Я не знаю, какого хрена вы до сих пор стоите. Черт, я как-то не заметил, что нас двое. А, тут роботы с этими, с раками дерутся еще вдобавок. Давай посидим пока.